В Киеве совсем скоро начнется многотысячный митинг, на этот раз в двух шагах от Евромайдана, где бастуют противники Виктора Януковича. На Европейской площади собираются его сторонники. Партия регионов начинает самую массовую за свою историю акцию в поддержку президента. Делегации прибывают со всей Украины. Наиболее многочисленные по 10-20 тысяч человек из Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, где у правительственной партии традиционное большинство. Всего, как ожидают организаторы, за выходные в украинскую столицу приедут не менее 200 тысяч. При этом митинг заявлен как бессрочный. На Крещатик уже стягиваются усиленные наряды милиции. Два крупнейших лагеря митингующих на Майдане и на Европейской площади разделяют политические разногласия и всего 200 метров.